Christmas shining through. Our eyes, our smiles, you know it could shine on through. All the good that we do for the people that don't have it so good. The light of Christmas shining. Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня снова я, Даналия, и мой самый первый купленный мною конь Guardian Spirit. Я хочу, опять же, сказать большое спасибо, что вас уже 102 подписчика на канале. Мне всегда один друг говорил, что стримы позволяют привлечь большое количество подписчиков за раз. На меня за вчерашний день подписались 6 подписчиков. Для меня за один день это много. Я говорю спасибо. Большущий, огромнейший, просто наитеплейшее спасибо тем, кто уже давно со мной, кто вообще со мной с тех пор, как я засела, прям взялась за свой аккаунт, что вообще поддерживали меня все это время. Я говорю спасибо новоприбывшим, потому что благодаря вам канал развивается дальше. Нет, даже не так. Канал развивается всегда, пока вы его смотрите, пока вы ставите лайки и комментируете. Потому что те, кто не знает, я в первую очередь снимаю для себя, а потом уже я снимаю для вас. Все мои подписчики, вы для меня как семья. Я могу не знать вас в лицо, я могу не знать, как ваши ники в Ютубе. Но вы для меня все семья, потому что вы мне все так дороги. Я ко всем вам так тепло отношусь. Потому что вы можете знать меня, вы можете знать мой характер. Как я менялась за один год. Потому что 2018 год уже подходит к концу. И, то есть, получается, сейчас вы видите почти последнее видео. Точнее, нет, это будет последним видео на моем канале в 2018 году. Но будет 31 числа поздравительное видео, которое я загружу на YouTube утром, рано, по московскому времени, чтобы все, даже те, у кого разные часовые пояса из моих подписчиков, смогли его посмотреть до боя курантов. С чего все начиналось? Ребята, за один год канал продвинулся настолько, насколько я себе не представляла. Если я не ошибаюсь, в этом году, когда я только-только начала, у меня просмотров было, ой, не просмотров, у меня было сколько подписчиков? Человек 6, наверное. То есть, получается, у меня первое видео по Star Stable, вот я нашла сейчас, она называлась «Моя конюшня в Star Stable Online», оно было загружено. Я хочу даже посмотреть, когда оно было загружено, мне даже страшно. Оно было загружено 8 августа 2017 года. Оно было загружено, первое видео вообще по Star Stable Online на моем канале. И у этого видео, самого первого, которому уже больше года, у него 422 просмотра. Потом, спустя, по-моему, некоторое время, я сняла еще один коротенький видосик музыкальный, потом еще одно. Потом вышло мое первое видео про обновление, когда нам открыли Пандорию. У этого видео 16 просмотров. Потом еще было видео. Потом я начала пытаться снимать видео про игрушки The Isle, Minecraft, Lego Worlds и Sims. Но они у меня не пошли. И дальше уже пошел Star Stable. Если вы зайдете в мои видео на моем канале, докрутите вообще до самого, ну не, нет, до самого не обязательно, но вот до самого первого видео про Star Stable, этого оно называется как раз «Моя конюшня», и будете листать потихонечку вверх, тут просто, тут можно заметить, как менялись аватарки видео, как менялся стиль этих аватарков, как вообще. Ребята, за год я просто в восторге от того, что я познакомилась, что я общаюсь с вами даже вот так вот через видео, что видео, я надеюсь, что они не стоят на месте, я стараюсь как-то эволюционировать в записи видео, в монтаже видео, потому что сейчас я по большей части делаю монтаж в Sony Vegas Pro. Для меня это вообще очень непривычно, потому что я в нем никогда не работала, я работала в другой программе. Вот, потом я начала иногда вставлять себя, значит, в видео, и это все очень так интересно, сложно. И вообще,
Это так необычно. То есть я говорю вам большое-большое спасибо. Я всеми вами дорожу. Вы мне все моя ютуберская или, скажем так, старстейбовская большая часть из вас, потому что большинство моих подписчиков, почти все даже, это благодаря Старстейбл Онлайн. Но я надеюсь, что в будущем я смогу снимать видео и в других играх, и у меня аудитория станет немножечко пошире, хотя бы на одну игрушку, потому что в кучу игр я играть и сама не хочу. Вот. Так что, ребят, скоро 2019 год. Я хочу, чтобы... Я желаю вам, себе, чтобы мы не расставались, что мой канал будет становиться только лучше и ни капельки не хуже, что все будет у нас с вами замечательно. В 2019 году добавят новых лошадок, анимацию, все что угодно. Пусть следующий год будет таким же хорошим, как этот почти прошедший 2018 год. Ребята, я вас люблю. Надо на этом заканчивать. У вас 102 подписчика. С вами, в общем, была я, Даналия. Всем пока. Сегодня был со мной мой самый первый, с чего все вообще начиналось, купленный конь Guardian Spirit. Не забывайте тренировать своих лошадок, а также чистить и угощать морковкой. Так что я с вами расстаюсь до нового 2019 года. Желаю вам хорошо отпраздновать Новый год. Всем пока!